Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Людям этого имени присущ философский подход ко всему. Они участвуют в вечной жизненной гонке, наблюдая за собой и другими как бы немного со стороны. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Предупреждение владельцу с буквы Л не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Эти люди обладают рациональным, гибким, аналитическим складом ума. Они находятся в постоянном поиске новых знаний и истины. Эти люди очень разборчивы и, наверное, поэтому, несмотря на их общительность, у них очень мало настоящих друзей. Звук Е также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Кроме того, этих людей характеризует интеллектуальный и аналитический подход ко всему, что их окружает, а также восприимчивость и стремление к идеалу. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Артистичная отстраненность в сочетании с прекрасной интуицией и гибкостью характера позволяет таким людям быть хорошими психологами. Владельцы этого имени очень схожи между собой характером, особенно те, кто родился под управляющими числами 2 и 7. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.